всех проводила. И опять на кухне. Сколько времени я провожу на кухне? Все время, которое я не убираюсь и не хожу в стайку, я провожу на кухне. Готовлю лагман. Сейчас хорошо бы было, конечно, мне в казане готовить, но я не хочу идти на улицу. А домашний казан у меня нету теперь у меня с переездом. Мне надо казанчик хороший себе сюда. Но у меня есть вот эта сковорода хорошая, 9-литровая. И в ней я буду начинать лагман, потому что у меня мясо говядина. Я его порезала мелко мясо. Здесь я порезала лук, кубиками порезала морковь и соломкой порезала перчик. Красный перец, целых 3 штуки. И тут у меня сушится, я только что наделала лапшу. А лапшу я делала с теста, как на пельмени. И лапша, она такая в лагмане, она крупная. Они даже ее режут порой такими ребристыми, даже такую вот с палец толщиной она у них бывает. Вот мы в Бурятии ели в кафе с палец толщиной. Ну, у меня обычное тесто. И я показываю, как я готовлю лагман. Сейчас я поставила... Мне надо, чтобы очень сильно разогрелась сковорода, чтобы мое мясо обжарилось, а не сварилось. Ну вот, начинает кипеть. Я сейчас кусочек мяса кину. Если не прилипнет, значит можно не прилипнуть. Все, я выкладываю говядину. Даже косточку здесь выкладываю такую. Вот как заторчало. Так. Вот. И буду перемешивать только теперь, когда поджарится с той стороны. Сначала мне надо обжарить. И сейчас я почищу еще картофель. Пока мясо жарится, почищу картофель. Мясо зажарилось. Высыпаем лук. Потушим буквально минуточку и сразу кубиками морковь кубиками. Мясо не тушеное, а вот прям зажаренное такое я делаю. Так, пока мясо чуть-чуть жарится, я ставлю воду под лапшу. Сейчас я налью туда маслица подсолнечного, чтобы лапшичка не слипалась. И немножечко сыпану соли, посолю. Все. И буду ждать, пока она закипит. Так. Лучок пожарился. Мне надо, чтобы он не сгорел, а немножечко попассировался. Я высыпаю кубиком морковь, такую красивую, много моркови. Пусть она немножечко тоже тушится. Потом перчик, а потом посолить. Я уже приготовила чайник воды. Готов ли я лагман? Лагман — это такое блюдо и первое, и второе. И бульончик будет с картошечкой, и рожки отварим домашнюю лапшу отдельно. Да. Кто-то любит очень много мяса. Я сама мясная, сама очень сильно люблю мясо. Но положила мясо столько, сколько у нас семьи съедается. У нас сегодня собаки котлеты едят. То есть дети не едят. Если кто-то говорит, что дети много мяса едят, нет. Ну, даже старшие дети, не знаю. И кушают они много мяса. Так, все. Высыпаю перчик сюда свой, порезанный. Какие-то кусочки прям крупные попали. То есть у меня лук, морковь и перчик.
и перемешиваю. Пусть потушится хорошо. Красивый, очень душистый. Мы жили в Улан-Удэ, вот полюбили там это блюдо, детям тоже его. То есть поставили, довольно-таки часто там делали. Сейчас я немножко про него позабыла, но вот вспомнила опять. Здесь тоже уже делала, ну не так часто. На большом огне пассируется все теперь это, и лучок, и морковь, порезанная кубиком, и соломкой, крупной довольно-таки соломкой, порезанный перчик. Мясо у меня, да, для лагмана? Ну, а здесь приправа специально для лагмана, она так и называется, для лагмана. И соль. Сразу посолю и приправу свою добавлю. Время летит, а на кухне оно летит вдвойне. Сегодня детки собираются, ну, сейчас с Никитой разговаривали. Грустно ему стало. Мальчишек сегодня, у него 6 парней, и вот трое таких, с которыми он дружил. Их всех троих выписывают. И он говорит, мне скучно. Я говорю, ну в больнице всегда так подружишься с кем-то. А раз и выпишут, ну а что делать? Да. Ну, сегодня ему ничего не делают, никаких процедур. То ему укол ставили, то ему на процедуры отправляли, то УЗИ желудка, то кишку в Латал. Сегодня ничего не делают. Это, получается, будет лежать еще завтра. Пусть отдыхает. Кушать мы ему возим. Мы ему покупаем воду. Нас доктор посадила на кисломолочку. Все. Папа сировала хорошо, добавила свои приправы, и теперь заливаю водичкой с чайника, но так заливаю, чтобы это был как супчик. Сейчас чуть-чуть первое с чайника, а потом с крана добавлю, чтобы вот был прям как супчик, потому что еще будем добавлять картофель. Все, добавляю. То есть моя 9-литровая сковорода будет полная. Все. Все. Сейчас возьму свою большую кружку, пока это кипятится, с фильтра добавлю. Потому что туда будет добавлена картошечка, рожки я варю отдельно. Не рожки, а домашнюю лапшу эту. Получается смешивать. И первое, и второе. Кто хочет только тушеный бульон, кто не хочет, пожалуйста, вместе с лапшой. Кто что хочет. Ну, еще добавлю. Закрываю крышечкой и до готовности мяса пусть тушится. Здесь у меня еще готовится. Тут закипела вода. В воде у меня немножечко подсолнечного масла. И я туда выкладываю свою вермишель. Домашнюю лапшу. Она не сушеная у меня, но она уже не слипшаяся. Сейчас она сварится быстренько. Она у меня вообще разная. Я сидела, смотрела кино и тянула ее. В общем, горячая. Невкусным не бывает. А вообще-то я ее... Я потеряла, надо найти ножичек этот с зигзагом, с таким. И вот я покрупнее режу обычно. Ну, это тоже вкусно будет. Все. Сейчас закипит.
Ну, а там картошечка еще варится. Там мясо еще варится. Еще пусть минут 15 покипит, и я буду забрасывать картофель. А картофель мелко порезан, он быстро-быстро приготовится. Сейчас ждем. Все, вермишель сейчас закипела. Сейчас она буквально 2 минуточки, и мы будем ее убирать. Сольем. Она варится, водичка чуть-чуть маслица подсолнечного, она не слипнется, чуть-чуть капнем, и будет хорошо. Уже Максим прибежал со школы. Кушать есть что? И 11 часов. Утром поел в школе. Нет, это не надо вообще ничего, это каждый раз это говорю. Уже Максим прибежал со школы. Сейчас уже уроки делать, сейчас вот сварю лагман, будет кушать, буду ему накладывать. И поедут в музыкальную школу. Ну все, прям еще вот чуть-чуть. Да. Вермишелька, она же быстро. Все, не буду переваривать. Все, я ее сливаю. Так, обычные макароны. В эту же кастрюльку ее и верну, эту вермишельку. Сейчас кипит хорошо. Ну все. Все, сейчас уже дети будут приходить, будут кушать. Все. Выкладываю. Оп. Специально не делала длинными, потому что практика в моей семье показала, что детям неудобно кушать, когда вермишелька длинная. Я немножечко капну масла подсолнечного, совсем чуть-чуть. Чтобы вермишелька, она же будет стоять сейчас. Лапша домашняя. Чуть-чуть еще. Все, совсем чуть-чуть. Все, пусть стоит, ждет. Мяско готово. Добавляем чуть-чуть. Немножечко картошечки. Чуть-чуть картошечки. Все, картофель сварится, и наш лагман готов. А картошка сварится быстро. Все. Закрываем, прибавляем и ждем. Все, лагман готов. И как раз у меня Максима надо покормить перед выездом в музыкальную школу. Положим ему вермишельки, лапшички. Много не будем. Так. А здесь главное положить все. Все красиво положить. И главное все. Вот мяско, перчик. Максим любит такое, смотрите. Ну, еще ему положим. Кто-то уже еще идет. Смотрите. Главное, и вермишельку можно лапшичку наверх. Сейчас еще. Привет, мам. Привет. И укропчик. Ну, вот такой лагман. Сегодня я приготовила такой лагман. Вы со мной были и на завтрак. Это мой обед. Сейчас дети будут приходить. Я буду им накрывать лагман. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Успела я сготовить. Как я успела. Но уже пришли дети. Зашла Ульяна, Костя. Так что наливаем кушать. И сейчас дети будут уже идти кушать. Я им уже готовлю. Укропчик. Такие вот тарелочки красивые буду накрывать.